Ставь лайк за 3 секунды, если хотя бы раз в день ты заходишь на YouTube. Здарова, дорогие подписчики и гости канала, по-прежнему с вами Диман Петрович и Даник, находимся в GTA, это рубрика «Битва воришек». Салам, всем здорово. Друзья мои, сегодня мы прибыли все в наш район Ла Пуэрта, и именно здесь мы будем пытаться угнать тачки, на самом деле будем пытаться угнать по 8 машин. Я тебя бью, ты чисто... Я тебя бью, ты чисто понял, терпишь. На самом деле, друзья, у нас... У нас будет, в общем-то, возможность за 5 минут пригнать по 8 тачек. И потом мы на этих машинах проведем ряд испытаний. Да, победит тот, у кого баллов будет больше. Ну и, соответственно, да, друзья, мы, конечно же, еще будем смотреть по вашим оценочкам, у кого тачки будут лучше. Не забывайте подписываться на канал, не забывайте, конечно, ставить лайки, не забывайте нажимать на колокольчики, чтобы не пропускать новые ролики. Если у вас есть какие-то проблемы с Ютубом, то, ребята, переходите на альтернативные площадки, это Дзен Ютуб, точнее, Рутуб, а также, ребята, ВК-видео, все ссылки есть у нас в описании. Ну, а мы прямо сейчас начинаем, давайте-ка полетели искать свои первые тачки. Гоу. Да, кстати, ребят, хочу предостеречь то, что нужно работать максимально аккуратно. Что за херня? Чё там у тебя? Я не могу ехать, блядь. Ехать не может, что странно, какая-то херня. Бывает такое, да. Бывает такое, да. Попробуй скопировать машину, быть может, я не знаю. Каким-то образом. Так, на самом деле я пока... О, я нашел. Я на... Емать, копать, это что такое? Это что такое? Я нашел шестерку на, получается, каких-то кольях, я не понимаю, ребята. Расческа, чисто шестерка расческа, но она какая-то медленная сама с собой. О, подожди, я хочу проверить. Вау, мне это нравится. Короче, ладно, окей, первая есть у меня. Да. Тихо. А, кстати, она золотая при этом. Нифига себе, шестерка золотая на кольях, это что-то странное. Да аккуратней ты, все байки пораздавил. Не едьте в байке, не едьте, да ты сейчас взорвешь все нахер, не едь сюда, встань там. Ты про что? Встань там где-нибудь, пожалуйста, подальше, чтобы не взорвать сейчас все байки, а то мы сейчас все повзрываем. Да вам обоим. Ладно, поехали дальше, следующие машины искать. Я тоже. Да, ты все сбил у меня, опять же пинга. Так, окей. Смотрим еще новые машины. Мои проблемы. Ну, мне кажется, когда все взорвется, это будут наши проблемы. О, я Логан нашел. Подожди, а это он? Газель. Да. Слушай, я газель тоже вижу. Я тоже вижу газель. Я как бы тоже. Я, кстати, налога не тоже могу заработать. Слушай, такси, вези. На самом деле, ребята, вторая на базе. Какая? Газель. Не чит. А, подожди, если у тебя такая, то я там видел другую. Быть может, у меня чит. А где моя машина? Я не знаю. Так, подожди, опа, сюда. Сюда. Так, дядь, извини. Надо отдохнуть. Фейк такси. Сильно. Так, на самом деле, ребята, третья на базе, по всей видимости, сейчас будет, потому что газель. Она даже не закрыта была. Коронанайка газель получает. Да, у меня чит газель. 100% чит газель. Ехала. Делай. Я чисто в поворот боком, пацаны, боком наваливаем. Хасаним, ёпта. Третья на базе, пацаны. Да, третья на базе, это не может не радовать. Так, у Даника... Ну, слушай, у Даника сделал 600 сил, еще и получается хер. Нормально. Ну, в плане машина. Так, у получается Петровича, ребята, ламба, да, получается... О, это та самая малютка. Так, тихо, не взорви, тут байка много. И газель. Вообще ни одного тут нету. Даник расческу пригнал. Ничего себе, прикольненько. Такое мы видели, такое мы видели. Так, давайте-ка полностью все просмотрим, вот этот весь. Что за бред происходит? О, опа. Опа-опа-опа-опа-опа-опа-пара-папа. Ладно, у меня как бы есть нормальная машина, я думаю, эту можно тоже забрать. Я нашел Теслу Плейт Мини. Блин, как он сел тут. Ема, чисто как будто на выселках. Ладно, окей, так, это получается моя уже... Какая по счету? Четвертая машина. Это моя четвертая машина. Это моя машина, пацаны. Ну, а мы едем, получается, следующей. Тихо, пацаны. Не взрываем ничего, не взрываем. А мы за пятой, ребята, помчали. Так, ладно, вот эту всю часть мы уже вроде как просмотрели. У тебя тачки пропадают, что ли? У меня там стоят. Да. У меня почти все пропало. Все пропало? У меня две машины. Это что за старик Хинкалыча?
Бля, что это? Что это? Что это? Подожди, тут пусто. Не, ну это мы, я думаю, заберем. А тут у нас есть что-то? Старик Мангалыч? Нормально. Так, на самом деле я, пацаны, фуру угнал. Я чисто как Русик. Давай, чисто газуй. Да, поехал. Чистый Русик. Подожди. Емать, стоп. Ошалеть. Емать, подожди. А вы видите это? Смотрите, фура как помчала, ребята. 130, 140, 150, 160, 170. Ебать, что? 190. 200. Ошалеть. Короче, не, она 200 поедет. Я ее на дерби проверю. Она мега какая-то шустрая, быстрая, дерзкая. Блять, это старая фура. Ну, это жестко, да, я понимаю. Ну, а что нет-то? Короче, ребята, нет, ну, тачки интересные у меня вырисовываются. Так, окей, это моя какая по счету? Это у меня... Пятая, если я не ошибаюсь. У вас там как дела? Ну, я не знаю, сколько у меня машин. У тебя 5, дядь. Я вижу уже. У тебя получается 1, 2, 3, 4, 5. Фера, Ламба, Газель, Монстр Трак и какая-то маленькая тачка. Слава богу, что я вижу. У меня байк завис. У меня байк завис. Даник 4 пригнал. Да там стоял, завис. Да упади ты. Да я хотел на нем поехать. Ладно, поедем на этом. Ладно, поехали за 6-й машиной, ребята. Так, я там уже все нашел, да, вроде все Бугатти посмотрел. Давайте вот сюда проедемся, тут уже все просмотрим. Чит Бугатти это сильно. Так, тут у нас... Тут у нас пусто. Тут у нас пусто. Так, надо еще успеть 3 машины до приезда копов, ребята. Там мы с Лестером вроде договорились, да, но копы могут приехать в любой момент, если этот подлюк нас, как всегда, подставит. Но я надеюсь, что все сработается. Все будет хорошо. Этот Лестер что за тип, да? О, я вижу, что-то гелик... А, ну в принципе, мне 3 надо, да? А, да, ничего больше нормального я не нашел, кроме как гелика туда, как бы гелик заберем. А я заберем. Нашел кое-что. Э. Кое-что, что даст твоему херу. Мы поедем сегодня или нет? А, чё? Бля, гелик странный максимально, он какой-то... Ладно, потом заберем. Я, пожалуй, вот это заберу тогда уж. Максимально странный, так, окей. Ребята, я нашел... Я нашел Ингушетию, чтобы вы понимали. Ехала, ехала. Шевроле. Тихо, стой, шевроле, стой, стой. Так, улетай, давайте улетай, сюда улетай, мы улетай припаркуем. Не, на самом деле тачек у меня как таковых особо мало. Кот наплакал чисто, да, но есть тачки. Есть тачки. При этом... А, Ингушетия золотая в придачу ко всему. Ингушетия золотая в придачу ко всему, это кайф. Так, на самом деле, ребята, двойку забирать или гелик? Я бы хотел, конечно, гелик забрать, но... я не знаю, он какой-то странный. Ты закончил, я тебя поздравляю. Можешь еще поискать какие-нибудь машины? О, поехала, ехала, ехала. Не надо ко мне ехать, у меня нет ничего больше. У меня больше ничего нету. Так, у меня гелик 4x4, пацаны, на самом деле. Тихо, тихо. Так, это что-то новенькое, прикольненькое. Так, мне надо последнюю тачку пригнать. Я, конечно, не знаю, куда мне ехать, да, я как бы больше тачек не видел. Но попробую. У тебя не едет байк? У меня поехал. Чисто рулетка русская. Чисто русская рулетка. Да нет у меня ничего тут. Да иди ты нафиг. Иди ты нафиг. Иди ты нафиг. Иди ты нафиг. Это золото, брат. Я цыганскую двойку нашел. И угоняю. Нормально. Какая пленка? Слушай, на зубок попробуй. Слушай, ну пленка так не коцается. Посмотри на... Посмотри вот на, получается, крыло, да? Это не коцается так пленка. Пленка рвется. А здесь, понял, чисто вот именно коцки идут. Так, окей, я вроде все. Я вроде все, это все 8 моих машин. А тачки вы, ребята, видите мои, да? Давайте-ка посмотрим тачки Даника. У Даника, ребята, ну как бы тоже неплохо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. По-моему, Даник тебя подрезал. Если не ошибаюсь. Или нет? А нет, все правильно, 8, я пересчитал. Я пересчитал, понял. Так, тачки, получается, Петровича здесь. Ну, кстати, дорого Бугатти, плюс еще золото. Это жестко. Я еще приор золото. Фера дорого, Ламба дорого, кстати говоря. Монстрак еще тоже что-то прикольненькое вроде, да? Вот это вот что это? Лада Голд не смотрел. Что именно дорого? Вот это. Не, ну я не знаю, сколько стоит. Это, конечно, машина. Короче, ребят, давайте-ка так... О, Ладу Голд пригнал. Нихера себе, это жестко. Ребят, да, пишите, короче, в комментариях, у кого тачки, по вашему мнению, хабар лучше, да. И мы как бы... И мы как бы потом по окончанию ролика плюсанем бал тому, у кого тачки все-таки были круче. Ну а мы прямо сейчас отправляемся на наше первое испытание, ребята. Я хочу проверить драгрейсинг и поеду на фуре, пацаны, да. Ребята, мы начинаем, и первым нашим испытанием это будет драгрейсинг. На самом деле, где вы такое видели, да? Супер-гиперкар Феррари, получается, R8, как бы на V12, да? И получается, я на фуре, блин, на старой фуре, ёпта. Ну посмотрим, кто все-таки заберет свои баллы, ребят. Нам нужно сделать полностью разворот и проехать туда первым. 3, 2, 1.
стоп, фальстарт. Стоп, стоп, фальстарт у меня был. Тормоза, как говорится, старые уже, понял, это откипели. Три, два, один, полетели. Ехала. Вы у меня стоите. А, вот сейчас поехали. Ехала. О, Фера впереди почему-то. Р8 догоняет. Ну, кстати, я не прям уж отстаю, однако. Да, я Феру делаю. Делай, делай, делай красиво. Поздно. Делай красиво. Поворот, 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 поворот. Ага, сделал. Бля, я чуть не перевернулся на фуре. Я чуть не перевернулся на фуре. Поехали. Ехала. Ехала. Давай, 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 170. Ема, я обогнал Феру. Я Феру обогнал, тогда недалеко уже. А, да? Бывает. Ну, Даня первый по итогу. В смысле, это пинга? Даня первый. Да, в прошлый раз меня как бы минусанули, тоже было нечестно. Когда? Короче, на прошлых битворишек, если не ошибаюсь. Короче, ребята, я думаю, что в принципе-то, вроде как мы Феррари и так догоняли, да? Ну, а если он еще и врелся, то, как говорится, получается, что все-таки Даник был первым, я, получается, был вторым. Баллы записали, поехали на следующий раунд. Ребята, я тут как бы гелик прокачал, посмотрите, что, да? Что получилось? У него, получается, задний сплиттер появился, спереди какой-то бампер винил появился. Еще. Вот, винил, да, винил и был, да. А. Так, у вас, получается, ребята, это баги какая-то странная, да, и получается окуха. А. Ну чё, взяли, секунду, взяли бомбы в руки, секунду, да, секунду, и будем прямо сейчас стартовать. А я пока попробую, знаете, вот взял. Сделал трюк, который... Да, все, получилось, значит, я выиграю. На такой огромной, ну поехали. На такой огромной машине этот трюк, конечно, очень жесток. Иногда может не получаться. Так, я скамейку разбомбил. Ребят, поменьше, чай, пожалуйста, взрывов, да? А то вот это все будем восстанавливать. Не долетело. Почти. Тебе очень сильно повезло, она не долетела. А где? Где Даник у нас, я не пойму? Не знаю. Так, ты давай, давай. О, Даник там за. Перевернулся. Это гелик делала. Делала. Давай. Ехала. Ехала, да? Ехала отсюда. Да как тебе везет-то, я не пойму. Блин. О, тут Даник был рядом. Блять, опять перевернулся. Подождите, пацаны. Нет. Сорвись! Ах ты ж! Падла, взорвал меня, да, по итогу пока либо Петрович, либо Даня. Так, тачку пока не будем восстанавливать, давайте-ка смотреть за вами. Кто взорвался? Кто? Кто из вас? А где он? А, он вообще на той стороне, а, шалеть. Он вообще спрятался от тебя, слышишь, он сбежал. Он сбежал чисто, понял? Все, давайте, сейчас кто-то должен из вас взорвать. Даник практически взорвался. Ну это все тут. А, по-моему, да, взорвался Даник. Конечно. По итогу, ребята, у Петровича пока что балл. Окей, мы переходим на следующий раунд в плане того, что надо выиграть два раза. Ребят, я еще раз качнул гелик, я думаю, сейчас должны тоже точно победить. А, мы. Да подожди, мы еще не начали. Сейчас себя взорвешь еще. 3, 2, 1, поехали. Петрович выпил допинга, поэтому, ребята, мы готовы. Нет, допинга вчера выпил. Допинга вчера выпил. Короче, я буду максимально аккуратно работать. Максимально аккуратно работать. Угу. Чё стоите-то? Я жду, когда ты будешь максимально аккуратно работать. А я не пойму, что Даник ждет. Он тебе в жопу и так уже заехал. Это план капкан был. А, ты взорвал его? Ну как я? Он сам себя взорвал? Ну да. Даник, ты взорвался? Серьезно? Ну туда ёж. Тихо. Ну как тебе везет-то? Я, блин, сажаю эти мины прям туда, куда надо, а они что-то не садятся. Куда-туда надо. Я фермер, блин, простонародье. Как это было близко? Это было близко. Блядь, я перевернулся, подожди. Мой шанс. Давай. Ну почти было близко. Тебе-то мины не заканчиваются, что ли? Нет. Опять перевернулся. Да, я вижу. Блин, вообще слоупок. Я тебе честно говорю. Ну все. Ай-яй-яй, у тебя реактивка была-то, да? Да. Если бы не она, я бы тебя взорвал, потому что я прям туда, куда надо кинул. Да как? Я дерево взорвал. Я тоже. Не тебя. На. Блять, прям под меня кинул. Прям под меня кинул. Ну, по итогу, ребята, сразу потушимся. Да. Окей, баллы записаны, друзья. 2 балла у Петровича, мы отправляемся на третье испытание. Погнали. Так, ребята, наше следующее испытание — это смертельные шашки. Мы, в общем-то, ребята, стартуем по взрыву гранаты. Я быстренько кидаю и показываю вам. Вот так вот мы должны проехать, тут развернуться, вернуться обратно. Кто первый забирает 2 балла, все, взрыв был, поехали. Так, на самом деле,
Е-мать, ты куда поехал? А чё такой быстрый Даник, я не понимаю. Накрутил, накрутил. Сян какой-то жесткий. Е-мам, стартует. Е, что это, бля? Это как вообще возможно? Нет. Я не понимаю, крутил он там или не крутил, но я с Сяном еще более-менее адекватно едем. Ну да, что-то жесткий на самом деле. У Даника Камара, но при этом на нем еще надо уметь ездить. Ладно, на самом деле, давайте-ка. Чисто, знаете, вот тише едешь, дальше будешь, мне кажется. Это работает безотказно. Так, Даник развернулся, да? Да, развернулся. Это херово. Тормози! О, нормально. Блядь, я врезался, на сеанс засмотрелся. Ты опять врезался. Опять врезался. Ну да, это как бы классный, видимо, чит. Не, я знал, что он быстро, не думал, что настолько. О, меня сеан догоняет. Обошел. А что с Ингушом? Я не пойму. Ой, нормально. Ой, нормально. Сдавайся сразу. Полицейский участок с поличной. Так, ну, Даник получает тогда 2 балла. Я получаю балл, если сейчас меня Сян не догонит. Ингуш, конечно, быстрый, но не настолько. Походу, Ингуш уже все, походу, на пенсию пора ему. Не, этот мне прям понравился. Да, блин. Ну, я... О, нормально я отрикошетил прям на финиш. Кайф, красиво получилось. Так, ну и получается, Сян доезжает у нас третьим. Да, ребята, баллы записаны. Предлагаю отправляться тогда на следующее испытание. Полетели. Ребята, следующее испытание у нас это оффроуд гоночка. Данечки, еще раз объясняю, через дамбу. Получается, через мост. Короче, поймешь, ты там надо доехать, поймешь. Ты знаешь, что это? 3, 2, 1, полетели. Походу, не знает. Так, на самом деле, Ема, ты помчал. Ема, ты помчал. Это тот, который типа не поместимся, мы здесь жаловался. Ребят, новенькая трасса для оффроуда, да, чисто... Ема, а что меня носит? Так меня что-то носит. Так, на самом деле... А, держать! Так, главное не упасть. Главное не упасть. Даня у нас немного отстал. Это радует. Ну, монстрак вообще помчал что-то. Что-то мультика нету? Нормально. 90 еду я. Колючках. Тихо. Тормози! Не вылететь! Это играет. Фух! Я чуть в озере не искупался. Уже как бы август, уже купаться холодновато. Нормально. Давайте, помчали. Тут, кстати, болото сейчас еще будет. Я не знаю. 120. По-моему, на колесах у тебя нету коллизии. 120, я 80 еду. В смысле, ты все, ты утопился? Да. И как ты дальше жить будешь? Он понял, не через дамбу поехал, он как-то утопился. Я не понял, как он это, конечно, сделал. Я с тобой ехал, Ну, я нормально проехал через дамбу. Я сейвился и... Тихо, давай. Ну, восстанавливай тачку, может заведется, поедь дальше. Поедь дальше, быть может, получится. Так, я пока еду, но, по всей видимости, скорее всего, монстрак все-таки побыстрее окажется. Ребят, как вам вообще новая трасса-то наша? Да нормально. Чатик напишите тоже. Да нормально. Ну, конечно, первый едет. Нормально, вообще нормально. О, так, ну у тебя по жизни нормально, я смотрю, там в воде чисто карасиков кормит. Своим карасиком. Ну да. Так, ну, по сути, уже практически финал, ребята. И, скорее всего, да, ты как, так как ты повернул нормально, уже ничего не изменится. Тихо. Давай, ехала, ребята, ехала. Да нет, все. И вроде как все, да, я действительно. Приехал, да. Первый у нас Петрович, он зарабатывает свои 2 балла. О, это кто? Тут на велике чувак едет. Тоже, походу, с нами в оффроуде соревнуется. Ну, я, получается, ребята, приезжаю второй, и я зарабатываю свой балл. Ну, а Даня, к сожалению, утопил тачку. Ну, а мы отправляемся на финальное испытание. Полетели. Ребята, финальное испытание — прыжок в длину. Здесь, на самом деле, все три, да, самых таких лютых аппарата. Это и Логан, но Логан похуже, конечно, чем Чайзер, и хуже, чем Субурбан. Ну, посмотрим, кто будет дальше забирать свои 2 балла. Второй мисс забирает 1 балл. Мы без ускорения, поэтому, друзья, кому как повезет. Чайзер подотстал, я смотрю. Понятно. Чайзер разлетелся, там я смотрю. Да. 700 есть. 750, максималка у, получается, Субурбана. И я так полагаю, ты залагал, я да? Я не пробивал ее. Ну да, я полетел. Полетел. Я по итогу до Мейсбанка долетаю на самом-то деле. Ну чуть дальше, да? Да, чуть дальше. Подожди, я воду сейчас приземлюсь. Эх, не вода. Эх, не вода. О, в смысле, я расстроился и под карту провалился? Чё? Ну, я сломал игру, на самом деле. Я сломал игру, ребята.
Так, Субарбан у нас долетел до Палета. Это, конечно, очень сильный результат, но как бы я не удивлен. На 1100. Ну, так, конечно, а Даник, ребята, пока что не вылетел еще. Ребята, Петрович перелетел по новой, да? И сразу же сломался и просто пролетел максимально выше, да. Наконец-то Даник вылетел, ребята. При этом, смотрите, смотрите, смотрите. Ехала. И также сломал максималку и улетел очень далеко. Так же, как Петрович. На самом деле, этих машин, ну, как бы судить, я не знаю, как. Потому что они одинаково летают все, да. Поэтому ничья, скорее всего. О, я все так же сломал игру. Ну окей, вам по 2 балла, а мне по 1 баллу. И на этом все, ребята, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, всем хорошего настроения, удачки. Пока-пока. Пока. Пока.